Всем привет, ребята! Вы на канале Королёк Ка, и с вами очередной выпуск кукольных новостей. Поехали! Фанаты знаменитой певицы Билли Айлиш, думаю, уже в курсе, что скоро в продаже поступит кукла, сделанная по подобию Билли. Производитель куклы, а точнее Playmates, разработал экологическую картонную коробку, которая после распаковки трансформируется в диорамный дисплей. И мы видим, что вместе с куклой идет желтая подставка. Того же цвета вся и одежда Билли, вплоть до обуви. И так как ее хит называется Bad Guy, то и вместе с ней в продажу поступит фигурка плохого парня с 18 точками артикуляции и съемными трехточечными поворотными крыльями. И так же, как и у куклы Билли Айлиш, коробка превращается в фоновое изображение для игр и демонстраций. Дата выхода 15 октября 2020 года, цена за куклу $29.99, а за фигурку $9.99. Но помимо этих необычных кукол, скоро выйдут куклы и игрушки от Mattel по новому мультфильму от Netflix «Над Луной», в котором молодая девушка хочет встретиться с богиней Луны. Как она намеревается достичь этой цели? Конечно же, построить собственный ракетный корабль. Когда она переходит на другую сторону Луны, она неожиданно обнаруживает причудливый мир по типу «Алисы в стране чудес», наполненный фантастическими существами. Некоторые из них угрожают ей, а другие, наоборот, помогают ей найти дорогу домой. А главная героиня, китайская девушка Фэй-Фэй, встречает на Луне множество забавных и необычных лунных жителей. Одно из таких существ – лунная собака по имени Гобби и кролик Банджи. И именно с этими питомцами кукла будет идти в разных коллекциях. И так как Фэй-Фэй все-таки встретит богиню Луны, то и появятся куклы в этом невероятном обличье. Одна из них – это кукла Over the Moon Фэй-Фэй Deluxe с незамысловатой прической в красивой национальной одежде и с зайчиком. И вторая – богиня Луны с опять-таки необычной прической и футуристическом платье и обувью. Некоторые из этих кукол и игрушек выйдут уже в октябре, но большинство выходят в январе 2021 года. А на этом было все, ребята. Что из новинок вам понравилось больше, напишите мне в комментариях. А также смотрите наши прошлые выпуски. Всем пока! Подписывайтесь на Королёк Ка!